я хочу показать, ну, на свое смотрение, какой должна быть настоящая женщина, какие мне нравятся тоже, опять же, такие девушки, потому что многие девушки забыли, что они девушки на сегодняшний момент. Я говорю не про внешнюю какую-то окраску, а, как вы сказали, действительно про внутренний мир. Без внутренней красоты не будет личности, не будет человека. Внешняя оболочка как бы тоже играет роль, потому что много людей, которые, скажем так, не обладают хорошими внешними данными, они очень хорошие люди внутри. Но также самое есть наоборот, которые обладают очень хорошими внешними данными, красивые, да, но они внутри не так хороши, как хотелось бы. У меня много очень подруг, которые вот я, вот даже мне говорят, не совсем это всегда так просто слушать, когда: «Дима, у тебя такой макияж там, вот, ты такая там красивая, почему я не такая?» Но для меня это как лесть. Я говорю: «Да ну, я же обычный парень, мускулатура парень, то есть это сейчас образ, все, это искусство».